Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и мы с вами снова в игре Night in the Woods. Или Ночь в лесу. Так, давай-ка... подожди-ка. Я уже и забыл управление здесь. Ах, так она вон, с другой стороны зашла. Ну-ка, чё этот? Голубок пишет. Так а чё? Ах, вон оно чё. Я уже управление забыл. Эй, чувак, чё делал сегодня? Как делал такой? Ничего. Украл кое-что. Для Ангуса. Это сюрприз. Подожди, а почему все желтым-то было? Это сюрприз. Вау, что именно? А, эй, чувак, типа я кое-что там украл, там тра-ля-тра-ля-ля. Короче, это он все сам рассказывал. А я спрашиваю, вау, что именно? Погодь. Черт, нужно идти, потом поговорим. Ну ладно, чудило. Ну ладно, чудило. Так, а наша подружайка что там? Крокодилья. А, эй, неплохо тусанули в торговом центре. Весьма неплохо, да. Надеюсь, мы не переборщили с фонтаном. Кто мы? Я просто сидела в торговом центре, когда на меня напали с водой. Я не успокоюсь, пока этот фонтан не предстанет перед судом. Расскажи миру мою историю. Они должны знать. Ладно, я спать. Надеюсь, сны не будут слишком кошмарными. Эта травма останется со мной навсегда. Ну и ладно, все, это все, что нам нужно было знать. Так че, может, сыграешь немного на басу какую песню ночью? Странная осень. Умереть где-либо еще? Не понял. А че это нету говенного личика? Ладно, пойдем спать. Время поспать? Конечно, конечно, спать давай, все. Ноутбук уже убрала куда-то. Куда вообще, я не понял. Звуки прикольные такие, когда эти ботики ее падают на землю. Че, кошмар будем смотреть? Или с утра проснется? Блин, я угадал. Куда побежим? А это этот дружбан ее. Скримак, ну давай. Напугай меня. Удерживайте, чтобы сохранить и выйти. Я не хочу сохранять и выходить. Зажигай огни. И что-то постоянно она влево идет. Постоянно у нее ходьба налево. А? Мэй, че ты налево постоянно ходишь, а? Красноглазые птицы. Что у нас здесь до упора, если дойти будет? О! Похож на того чувака, который... Странник, или как он там? То есть надо по прямой, по ходу дела. Опа, к нему нельзя. Прикольно. Блин, очень мило, конечно. Не, игра мне вообще нравится. Очень она специфическая, со всеми этими толерантными закидонами. Но, блин. Да, есть закидоны эти толерантные. Чё с ними поделать-то? Птицы! Ну, свалили. Зачем я это сделал, я не знаю. Я вот от балды, короче, прыгаю. О! А, у нее наоборот. У нее душа поет, музыка играет. Она с подружкой со своей сегодня оторвалась и погуляла. Вот она. Нет, не она. А кто там на ударных чуть-чуть подыгрывает, а? Надо вот еще налево сходить сверху, вот здесь. Блин, а еще... Прикольно. Очень милая игрушка такая. Да. Чутка я не подрасчитал. Ну ничего страшного. Здесь очень специфическая система прыгания, конечно. В
Почему нельзя было сделать там, например, с таймингом с каким-нибудь прыжки вот эти? О, ну я в любом случае допрыгнул. Красавец. Вот. Чувак с тромбоном, без него, ну вообще музыка не та. Пу-пу-пу. Да, прикольно. Да ёж твою мить, надо было трубы эти пощупать. Это что это за ужас такой? О, медведь! Киса, что с тобой? Он ее всосал. Медведь? Что-то прям все завибрировало, затряслось. Очень странное ощущение. С чего бы это? Что это за трубы были? Может быть, это эти струны баса были? Четыре штуки, как бы. Че тебе приснилось? Расскажи, пожалуйста, а? Так, что там в ноутбуке-то? Кто там опять понаписывал? О, опять этот чудак. Доброе утро. Я сегодня работаю. Анус уехал из города, и мне одиноко. Окей, пока. С уважением, Грегори. И чё? Работу работать надо на работе, а не скучать. Привет. Тошнит от еды с торгового центра. Она была нехорошей. Я сегодня на работе, если хочешь передать привет. Ага, вот она моя жизнь. И чё? Научный взгляд. Работа не может угнетать душу, потому что нет доказательств существования души. Прекрасно, вообще просто бесподобно. А зеркало чё, больше не рубит? Да не нужен твой ноутбук, хорош. Ну хорош, 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 завязывай. Я хотел к зеркалу подойти, а тут сразу ноутбук давай, давай компы. Все. На картину больше не хочешь смотреть и обсуждать ее, да? Интересно, сколько лет этой штуки? Да, ну-ка, папа не почистил тут ничего. Эх ты, бляха, не почистил ничего. Ленивый он, не хочет. Здорово, птица. Здорово, дверь. Здорово, книжка. О, да. Посмотрим. Где же... А, вот оно где. Плавучий остров и другие истории. Дед не читал это мне. Он скорее вспоминал это. Еще и приправлял какими-нибудь выдумками. Ну, чтоб наверняка меня у ребенка усыпить. Да, скучаю по тебе, дед. Ну, че? О, и птица сразу доступна стала. Что ты вообще думаешь о своем заключении? Да может быть она не заключена, может она защищена от вас, от котов. Птица живет у котов, ну пипец. О, доброе утро. Доброе утро, ты почувствовал, что ты... А, доброе утро, ты почувствовала это ночью? Что? Через две улицы случился большой провал грунта. О, они до сих пор бывают? Не думаю, что они вообще когда-нибудь прекратятся. Болотистая земля и все такое, и пойма реки. Ох, странно. Я не хочу, чтобы ты ошивалась вокруг него. Я ручаюсь, что не буду, я уже видела такие провалы. Совсем не интересно. Мам, это просто дыры в земле. Возвращайся, когда в нее провалится... А, возвращайся, когда в нее провалится дом или что-то еще. Че? Если это случится, мы сходим вместе и посмотрим. Договорились. Так что ты делала прошлой ночью? Пошла в торговый центр с Би. А почему ночью? Может, вечером? О, Форт Люсон? Ага. Я не бывала там годами. Как оно? Развалины и пустота. Да, ожидаемо. Сейчас все просто ходят в отделы магазинов вверх по шоссе. Ну, знаешь, обувь, вещи. Остановись у церкви, если будешь в том районе. Будет сделано, мам. Увидимся. Угу, пока, милая. Пока, милая, пока. Пойдем посмотрим. То есть, короче, у нас друзья работают, а мы не работаем. Мы так слоняемся, катаемся, хотел сказать. О, первый дождливый день. Здорово, мужики, вы все чините. Да сколько можно там чинить, а? Понятно, здесь прыжки уже обычно работают.
Это там у нас какая-то гравитация была непонятная. Р-р-р-р-р. Машины у них ездят. Здорово. Ты сегодня не общаешься, а общаешься. Мэй Боровски. Салмерс. Теперь нам все ясно, как важно выглядеть на все 100. Чего? Наша внешность – первое и порой последнее впечатление, которое мы создаем. Ты вступила в культ Салмерс? К счастью для тебе, я лицензированный продавец. Окей. Продукции Сильвама. Салмерс, у меня нет денег. Ох, окей. Ты выступаешь с этим предложением для всех? Ты что-нибудь продала? Продала несколько своей маме. А, это типа про типа Амвея какого-то. И Эбби Кранглер. Дочери мисс Кранглер? Внучки. Я натыкаюсь на нее в прачечной возле школы. Однажды Грег закрылся в одной из сушилок. Он умер? Он хотел, чтобы я включила ее, но я струсила. Он бы точно умер. Скажи это ему, он все еще зол. Хочешь стихотворение? Не, а может быть другое. Ну давай, давай, а то. Порой я размышляю. И утопать начинаю. О, нет. Это не все. Прости. Потом прервалась. Весь сентябрь. А, ведь сентябрь сейчас. Сентябрь? Я соединила два моих любимых месяца. Октябрь и сентябрь, видимо. Осень очень крутая. Она лучшая. Вы что-то депрессивные чудики, очень странные вещи любите. Здорово. Моей кошке не нравится, когда кто-то стоит на крыльце. И чё? Я тоже кошка, между прочим. Если ты не заметил. Чёрт. Пернатый. Интересно, а можно на этот провод запрыгнуть? Можно! Смотри-ка, чё. Чё здесь можно выяснить? А в эту дверь нельзя зайти? Смотрите, я просто оставлю свою одежду на улице в дождливый день. Это же дешевое мытье. Ну да. Глянь, и по этим крышам можно бегать. Ну-ка, с тыквой ничего не скажешь про тыкву. А давай антенну сломаем. Не хочет ломать антенну. Ну да ладно, пойдем дальше. Ну я сейчас снизу, конечно же, очучусь, да? Ну да. О, енотиха так и ходит. Страдает. От своего положения. Что-то она никак не хочет дитё на свет выводить. Так, ну что, здесь ничего нового нету. Клубок нам не отдадут. Тоска, печаль, осень. Пойдем-ка зайдем. Может быть, бабушка-собачка там сидит. Расскажет очередную историю про дедушку. Нет, хрена лысого. А может, что-нибудь упрем? Вкусные крендельки. Ну, крендельки упри. Здесь это так и не восстановили. Вот они, мудачье. Дождливо сегодня. Но не здесь. У вас, ребята, есть свой собственный секрет, да? Да пофиг. Когда я была мелкой, серьезно, всем плевать. Крыса, сказала мышь. Но... Да пофигу. Да ладно, пошли вы нахер. Вандалы задроченные. Срань господня. Чуваки, чуваки, кто-то изгадил чуваков. Кто это сделал? Зачем они это сделали? А раньше я не замечал. Взорвать Possum Springs. Милая, я дорма. Королевы. Салмерс, все плохо, нахер копов. Так, стоп, а где? Где? Про вот эту стену. Это про взорвать, что ли? Ну, видимо, дорогая я Дорма. Ну, на одной страничке с заметкой про Дорма. Вообще жуть. Так, что у нас тут дальше? Крокодил там так и стоит с этим воробьем.
соцобеспечение, ничего. Какого? Что? Нет. А, по стабилити закрыт. Нет. По стабилити закрыли. Больше никакой доставки пиццы. Никаких больших салями. Никаких акций на днюху. Это худшее, что случилось с этим городом. С тех пор, как наводнение унесло контактный зоопарк, мини-гольф с местом для мороженого. Контактный зоопарк, чё? Слава богу, все звери успешно доплыли до крыши шинопроката. Кто бы знал, что козлики так круто плавают. Вот теперь у меня депресняк. По стабилити закрыли. Как так? А соцуправление почему не закрыли? О, видеопрокат на 2. Давай зайдем в видеопрокат на 2. Здорово, чувиха. Чё случилось? Ты рассталась с хахалем? А, типа она такая чмошная продавщица, которая мордой воротит. Все окей, я все понял. Блин, зачем такую депрессивную анимузыку воткнули? Прямо она реально чувствуется, что она депрессивная. Так, это долбанный Фалкон. О, здорово, чувак, ты кто такой? Простите? Да? Ищу парк-магазин. Вы пропустили его. Что? У вас есть акцент. Откуда вы? Из России. Из России, чувак. Ты не похож на русского. Как вы оказались здесь? Я путешествую по Великой Восточной лиственной тропе. О, вау. Вы видели медведей? Вау, как оно? Это сложно, но красиво. Она проходит через 6 штатов, верно? Я сбился со счета. Я считать умею только до 3, поэтому 6 я посчитать просто не смог. Не могу себе представить, что хожу так далеко. Мой гид говорит, что здесь есть парк-магазин, верно? А, его нет. Раньше был. Но сейчас есть Snack Falcon. Вы знаете, где я могу пополнить запасы? А я имею в виду Snack Falcon, чувак. Думаю, я могу найти там что-то. Да, чел, у них там много крутых вкуснях. Вероятно, все из них скоропортящиеся, хотя... Скоропортящиеся? Это не главное. Все мы скоро испортимся. Все испортится. Пойдем в Snack Falcon, чувак. Ну, вроде у них есть батончики. Спасибо. Что значит спасибо? Фэнкс. О, на русском. Блин. Они, интересно, в России были когда-нибудь эти чуваки, нет? Фэнкс. Как же рука сюда попала? Кто-то бежал по улице. Упс, моя рука отвалилась. Вернусь за ней попозже. Да вот. Может, зайдем? Не хочешь? А может быть, мы прогуляемся вот сюда? Первый раз можно сюда выйти. Сердце родного города с 1972 года. Вот он, Донки. О, фуд-донки. Пищевой ослик. Здорово, ворона. Привет, Джерм. Чем маешься? Ничем. Тусил с парочкой крастеров до этого. Чё? Кто такие крастеры? Что? Краст-панки. Путешествующие маргиналы. О, хорошо. Типа спрыгивающих с поездов. Они знают, что у нас мало копов. Я скучаю по всем клёвым вещам. У одного из них была собака. Часто у большинства из них есть собаки. Я один раз видел одного без ноги. Что случилось? Поезда, прыжки туда-сюда, всякое такое, под машину, может, и попал. Впечатляет. Кисти, колени, ноги, ступни, целые руки. Один раз мы видели целую руку. Думаешь, она принадлежала крастеру? Да, не крастеру. У него вроде все на месте было. Не, ну, то есть, не знаю. Все понятно. А здесь все, да? Приехали, как говорится. Не запрыгнешь здесь, да? Не, здесь она не перепрыгнет. Осень. Да.
когда записываешь-то летом в жару и в солнечную погоду. Потом осенняя пасмурная под грустную музыку, это вообще, конечно, пипец. Ну-ка, а если... Блин, ну не, не получится однозначно. Как? Когда она меняет направление, она уже не прыгает. Ты, русский, слышь, чё ты не пошёл-то в знак Фалкон? Пойдём. Заходи давай. Ещё батонов тебе наберём. Здорово, чудик, там чувак стоит, ищет батоны вкусные. Призрафрукты. Змеинямки. Соскочи на перекус. Закусоны. Эй-эй-эй, мэй-мэй. А, хей-хей, мэй-мэй. Как делишки, чувак? Раздумывал о жизни за решеткой. Кажется, ты планируешь сбежать. Кажется, ты боишься сбежать. Кажется, ты боишься сбежать. Скорее всего, я бы примкнул там к банде. Ага. Тебе б дали ложку с дыркой. Не хочу присоединяться к банде. Правильно. Я рассказывал об этом Анусу. О твоем боязни тюремных банд? Он сказал, тюремные банды – печально известная проблема. Да, это похоже на Ангуса. Ангус переехал? Не, у него еще дела. Какие дела? Семейные дела. Он другого нашел себе. Не лиса уже, а волка, наверное. Не стоит говорить об этом. Да уж. Хочешь сходить куда-нибудь? Сегодня много дел. Сегодня много дел. Ну давай сгоняем. Так держать.